Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами идем в магазин Leroy Merlin. Здесь низкие цены каждый день, действительно. Посмотрим товары для дома, новинки и ассортимент. Желаю вам приятного просмотра. Город Курск, улица Энгельса. Очень большой выбор часов. Посмотрите, какой хороший. Мне нравится то, что на большинстве циферблатов действительно хорошо видно время. Я, знаете, люблю не только красоту, но и практичность. Цены здесь разные на них. К примеру, давайте посмотрим. 575 рублей. Вот такого вот плана. Мне понравились под золото. Вот эти вот. 575 они тоже стоят. На стене я сейчас покажу, как они смотрятся. Знаете, достаточно тяжелые. Не совсем такой вот барахлишко. А вот здесь красивые, тоже интересные. 490 рублей. И вот как они большинство смотрятся на стене. Вот как раз я вам показываю золотые. Интересно, что они, видите, подписали, на каком месте находятся те или иные часы. И в основном все, ну большинство, по крайней мере, попытались повесить. Выбор классный. Я как раз сейчас нахожусь в поисках. Нужны мне часы на кухню. Вот эти золотые мне очень даже приглянулись. Вот эти тоже интересные какие-то, но уже, знаете, как-то плохо видно, сколько время. А все-таки часы должны оставаться часами. Но это лично мое мнение. Но Leroy Merlin прекрасен в плане выбора. Разнообразные картины. Здесь как стекло, так и обычное натянутое панно есть. И они разные. И рисунком, как красивая картина на стекле. Новое слово в оформлении интерьера. 588, 30 на 30 сантиметров. На стекле всегда очень яркие. Мне кажется, что ярче даже, чем если смотреть какие-то другие. Смотрите, они есть разные. Больше, меньше. Здесь у нас уже просто постер в рамке. По 350, 40 на 40 сантиметров. А вот там вот у нас тоже картины такие. 730 рублей. Вот эта лодка 658. Фотообои. Причем они абсолютно разные. И я вижу, что здесь информация висит, что можно под заказ выбирать, оплачивать и дождаться уведомления. Ну а так они разные. Здесь есть в наличии какие-то. Конечно, нужно смотреть размер, какой вам необходим. 140 на 100, 246 рублей. И вот смотрите, здесь видно, какие именно рисунки. Детские. Вот смотрите, город подписано, да? Далее детские. Животные тоже здесь. Чем ниже, тем, я так понимаю, больше они будут по своему размеру. И здесь 3D и живопись. 437, если больше 1400, самые большие 5100 вижу внизу. Появились круглые подушки. Первый раз я здесь заметила. Причем в разных оттенках. По 357 рублей они. Материал очень приятный, он бархатный. Думаю, что очень красиво дополнит интерьер. Сделано в России, кстати. Изумрудный цвет сзади, розовый оттенок, красивый бежевый и к серому. Знаете, она не очень хорошо набита, но прям то, что нужно, мне кажется, сильно если набить, смотрелось бы уже не так. Ну и вот такие вот обычные, стандартные, всегда здесь были квадратные, это сидушки уже на стул. Завязки у них с двух сторон по 407 рублей, 40 на 40 сантиметров. Тоже оттенки всегда есть в наличии, разнообразные. Новые подушки декоративные появились в ассортименте. 45 на 45 сантиметров, 663 рубля. Оттенки вижу бежевого, розового и серого. Сзади бархатистая поверхность, очень приятно. Ну и вот кто любит, вот такие вот блестящие они. Бежевый цвет. Очень нежный. Вообще цвета все нежные. Даже если смотрим серый, он потемней. Но все равно нежнятинка. Очень хорошо они набиты. Прям мне нравится. Обычно, знаете, плохо набиваются почему-то все подушки. А эти прям здорово.
И здесь тоже новиночки. Это покрывало. Ой, какие приятные. Очень-очень бархатистая текстура. 220 на 240. 3970 цена у них. Смотрите, какие есть оттенки. Кто-то уже открывал. Бежевая. Кстати, а с другой стороны... А с другой стороны, знаете, хлопок. То есть не полностью они такие бархатистые. Получается бежевая, серая. Здесь у нас немножечко такое бирюзовое. Ну, голубинка добавлена в серый, да? Розовый оттенок. И вот он, бирюзовый. Стеганая бархат называется. Хорошо, что оно стеганое. При стирке не скомкается в один комочек. И к ним же появились подушки. Смотрите, какие. По 580 рублей, 50 на 50 сантиметров. Кто у нас делает? Сделано в России. Вау, это что-то прям новое. Подушка для декора. Набита она неплохо. Даже такая упругая, средней жесткости. И с двух сторон одинаковая. Оттенки тоже видите. Очень приятные они на ощупь, конечно. Что нового по коврикам? Давайте посмотрим. 398 рублей. Вот такие вот коврики небольшие. 50 на 80 сантиметров. Кстати, сзади они полностью прорезиненные. Да, я так понимаю, что все вот эти прорезиненные. 50 на 80, а здесь тоже 50 на 80. Мне показалось, что он поуже. Но нет, это из-за цвета, так кажется. Красивые тоже коврики такие. Да, все они прорезиненные. Давайте тоже посмотрим еще, что у нас по коврам. Смотрите, ликвидация остатков. Ковер полипропилен 1580 на 150 сантиметров. Я так понимаю, что это именно вот об этих коврах идет речь. Да, вот смотрите, ценник наклеен. Но он какой-то прям жесткий весь. Прям чувствуется, что... Не знаю, что сказать. 2500, 120 на 170 сантиметров, тоже полипропилен. И примерно такой же жесткости он. Не бархатистый вообще. Как какая-то вот дорожка, знаете. Пушистые коврики. Нету сейчас ценника на них. Мне нравится почему-то сейчас именно вот такая вот расцветка. Вот эти вот уже очень мягкие, приятные. Тоже небольшой. Смотрите, ковер Ника. 60 на 110 сантиметров. Цвет кремовый, серый. 1298. Это вот как раз речь идет вот об этом коврике. Здорово он пошит. Прям все-все-все идеально. И есть он еще, вижу, что побольше. 80 на 120. Вот он. Поменьше и наверху такой же, но чуть больше, 1650. Кстати, что интересно, что сделано в Турции. Здесь тоже лежит ковер, как мы с вами видели по акции. Жесткий, может быть, знаете, это специально, чтобы был массаж ног, но не пушистый. 4790, метр и 4 на 2 в сером цвете. Кто ж тут производитель? Флаг Германии, да? Состав 100% полипропилен. Даже гарантия, срок годности не ограничен. Производитель у нас Балта. Это Бельгия. Ну а здесь уже пошли более стандартные для нас такие коврики. Уже пушистенькие. 1798, Фиеста, метр на 2. Ковров, конечно, очень много. Есть, посмотрите, вот такие вот они, овальные. Метр на 2, 2290. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Обязательно будет продолжение. Спасибо большое вам за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч. Всем пока!